Hazırda yalnız Hyundai həvəskarlarının deyil, intellektual oyun və macera atanalarının marağına səbəb olan Street Challenge oyununun növbəti silsilədən 3-cü reportajına baxacaqsınız. Onu da qeyd edim ki, bu oyun Hyundai klub tərəfindən təşkil olunub. Это координаты. Звонок должен быть. Ну привет. Кажется, я знаю, у кого находится то, что вам нужно. Правда, вам меня не остановить, потому что я покидаю этот славный город. К железнодорожной больнице. Да, на вокзал, на вокзал, на вокзал, обратно на вокзал. Есть. Логово похитителя, куда вам следует отправиться, находится в достаточно интересном месте. Неподалеку от загадочного места ищите неработающую заправку. Вам необходимо отправиться в конец проспекта Нобеля, в ту его часть, где начинается проспект Янчи. Hazırda oyun gedişatının ən maraqlı hissələri və komandaların əksəriyyəti 4-cü məntəqədə toplaşıb hara gedəcəklərini fikirləşirlər. Komandalar növbəti tapşırığı almaq üçün ekranda gördüyünüz şəkil və kodları tapmalıdır. Şəklin verdiyi dəlil növbəti mərhələnin ip ucu olacaq. Что нашел? А вот этот самый, ее имя нужно. Реально? А я же ее знаю. Знаешь, что ли, кто это? В смысле? Ну что, Данс? Я скажу. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Become so damn smart. Sen necə belə ağlı oğlan oldun ha? Ay, iki adam bitirin. Yunus Efkan'da konu. O biri yeter. My secret combination. It's a mystery for you. Use your imagination. I'm not easy. Осмотрев логово посетителей, вы должны быть обнаружить улики, которые вы указали. Вам путь до следующей локации. Где вас будет ждать агент? Это да. Чувиха. Там одна фотография только была. И еще, помимо фотографии, еще одна улика что? Должна быть. То есть должна быть еще одна улика. Чудо-печка. Пошли. Чудо-печка. Это новые кульки были. Очень много кульков. Вам жить с чудо-печкой нельзя. Может, ближайшую чудо-печку? Джафар Хандан сейчас его. Да, да, Джафар, давай. Туда. Сколько? 36. Komandalar hazırda şəkildə gördükləri qızı axtarır. O, sabiq bossunun tapılması üçün yeni dəlillər verəcək. Посмотрите внимательно фотографию, полученную от агента. Да, да. Вам нужно понять, откуда она была сделана и отправиться куда. Ага. Формат кода, баллончик. Я знаю, где это место. Где? Это когда спускаешься с Баилова, с Потамдарда на Баилова, вот там есть место. Я знаю это место, все, ты туда едешь. Потамдарда на 20-й хороший, да? Hello,
bilə demiş burada. Sizə heç nə deməyiblər bizə nəsə verməyə ya da nəsə. Necə? Yox, yox. Oh, can't you see that you belong next to me? Hey, sexy boy, set me free. Don't be so shy, play with me. My dirty boy, can't you see? You are the one I need. Hey, this is our love. Никаких следов здесь вы тоже не найдете. Но вы не волнуйтесь, я дам вам ваши прототипы после того, как вы пройдете мою игру. Для начала найдите моего друга и принесите один красный огурец. Прочитай еще раз, ты его так невнятно прочитал только для Надо себя. Найти чувака, он поклонник игры в нарды и очень-очень дорогих машин. Где у нас можно поиграть в нарды и где очень-очень много дорогих машин? Шеш-пеш, чайхана. Там и быстрый магазин там есть. Мой друг находится в парке, посередине которого проходит железная дорога. Где парк, железная дорога, парк? Это да, на дорогие машины, Бентли. Задание у нас надо прийти в парк, где проходит железная дорога, и принести красный огурец. Бывал красный огурец? Это как вариант подойдет? Ему нужно красный огурец. Почитай, что можно.